В первую очередь, пользуясь возможностью, я хотел бы склониться к стопам всех вайшнавов и от имени, опять же, всех вайшнавов попросить о благословении, благоприятных пожеланий, потому что мы живем по милости вайшнавов, и без милости вайшнавов мы ничто и никто. С другой стороны, мы, конечно, склонны видеть вайшнавов только в наших учителях или в великих святых, и мы с трудом замечаем вайшнавов, тех, кто живут рядом с нами, близки к нам, но все-таки, если мы будем очень глубоко, с духовной точки зрения, всматриваться в тех, кто окружает нас, мы также увидим, что в них заложены как потенциальные вайшнавы, так и прекрасные преданные, с которыми мы будем очень рады, что нас свела судьба. И поэтому, в первую очередь, первое наше поклонение – это преданным. Среди преданных мы должны выделить наших учителей, потому что они являются незыблемыми преданными, их положение в мире Господа совершенно, и они являются сокровенными слугами Господа. Да? Поэтому, когда мы говорим, а кто такой Бхактивинода Такур, Сарасвати Такур, Шрила Шридхара Махараш, Шрила Говинда Махарадж, мы можем сказать, они не те ситхи, они вечные спутники. Они те, кто пришли в этот мир, будучи освобожденными душами, и даровали нам величайшие благословения. Безусловно, они все связаны между собой, да, как Бхактивинода Сарасвати Такуром, с Гуру Махараджем и Гуру Девом, и нам особенности нужны их благословения сейчас и сегодня. Но поскольку это телеобращение на русском языке, для России, Украины, стран СНГ, то я бы хотел сказать, что нам повезло, неслыханно повезло, что у нас была такая возможность, и она, в принципе, есть, соприкоснуться с учением Шрилы Гуру Махараджа и Шрилы Говинды Махараджа. И на протяжении больше 20 лет наша миссия присутствует в русскоязычном мире. Мы уже успели состариться, стали седыми, пожилыми. Начали мы как... Я начал свою проповедническую деятельность 23 года, Парамананда Прабху 16. Да, там. И за это время нам посчастливилось иметь непосредственное общение с многими выдающимися вайшнавами, что крайне большая редкость. Конечно, более старшей группы Джинардана Махараджа, Госвами Махараджа, Ашрама Махараджа повезло еще больше, потому что они соприкоснулись с Шрилой Прабхупадой, Шрилой Шридхарой Махараджем, Шрилой Говиндой Махараджем. Но, тем не менее, для нас Шрила Говинда Махарадж была олицетворением всего, и учения Шридхара Махараджа, учения Прабхупады. Он как раз был тем самым универсальным проповедником, которого признавал и любил Шрила Прабхупада. И, с другой стороны, он обладал глубиной Шрилы Шридхара Махараджа. Но третье, чем он обладал, это удивительным теплым сердцем. Да? Поэтому сказано, что Нитянанда Прабху освободил всех живых существ, но еще милостивый был Вирачандра Прабху. Но все-таки, когда мы делаем новогоднее поздравление, по традиции мы должны несколько слов сказать о прошедшем годе. Ну и знаю, что наши многие преданные интересуются астрологией, там, в большей степени ведической. Я небольшой специалист в ведической астрологии, но невооруженным взглядом было видно, что этот год был тяжелый, високосный. И, в принципе, этот год унес жизни множество людей. Да, и они продолжают уходить в этот год. Да. Причем мы понимаем, что гибнут ежегодно там, и умирает множество людей, да, которых мы не знаем. Но вот мы знаем, какие значительные имена, да, там, от Фиделя Кастро до короля Таиланда или известных звезд оставили этот мир в этом году. И мы понимаем, что год был крайне сложен астрологически, плюс была кровавая луна. Эта кровавая луна тоже раз в 60 лет случается, и как бы астрологически она подвещает многие битвы, катастрофы и все прочее. Поэтому с учетом того, что все это было и все это по-прежнему продолжает происходить, мы можем сказать, что год крайне-крайне тяжелый. Он крайне тяжелый астрологически, кармически, и с другой стороны, нужно сказать такую вещь, что это необычный год. И в этот год мы, как миссия, сделали очень много
глобальных заделов, которые нам предстоит развивать в будущем. И эти заделы являются не только там, общероссийскими, они вообще мирового уровня заделы, по сути дела. Да? Я сейчас не буду их всех перечислять, потому что это долго и, может быть, не столь важно сейчас. Да? Но можно сказать, что очень большие заделы были сделаны как с духовной точки зрения, так и с материальной точки зрения. И, собственно, мы в какой-то степени в этом году очень многие вещи стали пересматривать вообще. Да? И еще такой очень важный момент. На самом деле, если мы говорим, что вот этот год был очень сложным, а следующий год будет очень простым, я бы не давал такие прогнозы. Я бы сказал наоборот. Этот год, как некий сложный год, он, может быть, показал нам какой-то будущий тренд во времени, что время будет достаточно сложное, что в этом времени, возможно, будут происходить какие-то драматические события, которые мы не ожидали, как бы, да, ну, никто же не ожидал в третьем тысячелетии такую жестокость, такие войны, а всем это казалось, что эпоха интернета, эпоха просвещения, сотрутся границы, люди больше узнают друг о друге, никто не ожидал там братской, фактически гражданской войны между Украиной и Россией, никто не ожидал событий на Ближнем Востоке, никто не ожидал противостояния, собственно, да, холодной войны, которая в какой-то степени была более накаленным. И в этой связи ну, люди хотят задать вопрос, а что нам, как преданным, нужно делать? Должны ли мы участвовать активно в социальной, политической там, или экономической, светской жизни планеты? И я бы сказал словами Бхактисиддханты Сарасвати Такура, который ответил, что в мире достаточно людей, в мире достаточно врачей, политологов, там, воинов, учителей и прочих других специальностей. В Индии, в мире, прошу прощения, в мире есть глобальная нехватка харикатхи, бесед о Господе. И вот удивительная вещь, что именно харикатха, она может привести все в гармонию, как сказал Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такура. Представляете, вдруг люди подумают, что не там я русский, араб или там американец, а вдруг люди будут говорить, я духовная душа. Вдруг люди скажут, да, нас очень многое что разъединяет, но нас гораздо больше объединяет. Да, и будут говорить о том, что их объединяет вера, сознание. И тогда возможно, мир изменится. Мы говорим, что ну, это невозможно, это нереально, но глобальный пример этому Первая мировая война, когда в какой-то момент так сказать, было противостояние новогоднее очень. А Первая мировая война – это война окопная. И так получилось, что вот сошлись воюющие стороны. В одном окопе сидели французы, англичане, немцы, русские. Ну, вот. И как раз было Рождество. И вот представляете, Рождество, как бы вроде бы все вспоминают елки, свечи, подарки, а тут люди сидят там с противогазами, с штыками, с колючей проволокой, в любой момент может быть провокация. И вот в такой напряженной ситуации на передовой вдруг в ночь на Рождество кто-то из солдат, неважно был немец или француз, он запел новогоднюю песню, Christmas song, песню, рождественскую песню. Это песня о любви, добре, о сочельнике, о свечках, о подарках. И люди в противоположном окопе запели тоже новогоднюю песню. И англичане запели свою новогоднюю песню, французы свою. Люди стали петь новогоднюю песню. Что оказалось, они вышли из окопов, бросили ружья, стали дарить друг другу подарки, там, угощать шоколадками, шнапсом, меняться там, шапками, одеждой, обниматься. На следующее утро командование фронтов издало жесточайший закон не петь под страхом смертной казни. Поэтому, когда Битлз и другие звезды, они пели свои песни, люди чувствовали, что есть что-то, какая-то песня, которая должна спасти этот мир. Но ни Битлз, ни другие звезды, ну, как Джордж... Джон Леннон, он говорил, не думайте, что я знаю так много, я ничего не знаю, я просто пою свои стихи. Но люди, они читали в этих стихах какой-то более глубокий смысл. И вот на заре, фактически, да,
такого 60-х, 70-х, когда Хари Кришна Махамантра пришла в этот мир, появилась некая песня, которая способна спасти и объединить людей. И это Махамантра. И кто-то может сказать, мы не относимся к этому серьезно, там, мы умные, образованные люди, но это не так. Это песня, которая объединит мир, которая спасет мир, которая даст людям глубокое переживание самих себя. И это даже не так важно, чтобы вот именно весь мир там в Нью-Йорке на новогодней елке там, или в Москве, или где-то там в Праге встал и начал петь Хари Кришна Махамантру. Но мы помним о том, что исторически начал петь Махамантру первый Харидас Такур. Еще до прихода Махапрабху. И это было странно как для брахманов, так и для мусульман, которые в то время захватили Индию. И вообще, кто мог представить, что какой-то Чайтанья, который будет петь и танцевать, он обратит любовь, гнев людей, их ненависть, их разногласия в поток любви. И мы знаем, что когда Чайтанья Махапрабху был в этом мире, пели не только люди там, разных религий, исповеданий, враги, пели животные, деревья. И кто-то может сказать, что это чудо, но, наверное, в этот новогодний день мы все ждем чуда, да? Мы все ждем, что какое-то чудо произойдет. И вот поэтому, хотя, может быть, мы не сможем петь Хари Кришна как-то там открыто, на каких-то публичных местах, это не важно. У каждого из вас есть четкое, мало святое имя. Вы все можете собираться и воспевать. И практиковать духовную жизнь. Нужно думать, что практиковать ее в санге вообще не очень легко. Но тем не менее, она требует ежедневной поглощенности этой духовной жизни. Вот, например, некоторые, такие как Парамананда Прабху, я очень счастлив, то, что он приезжает на утренние программы. Ему ехать там из дома, может быть, там час 20 или час в храм. Я думаю, если человек хочет практиковать, да, он будет готов ехать час для того, чтобы увидеть Господа, увидеть преданных. Это говорит о определенной направленности человека. И поэтому не следует думать, что мы должны искать себе оправдание того, что я не смог сделать это, я не делаю это, потому что то или потому что это. Скорее всего, нужно, как говорится, искать не отговорки, а возможности. И времена крайне сложные. Они крайне сложные экономически, крайне сложные геополитически, крайне сложные социально, потому что такие процессы, которые, скажем так, кармически, да, происходят, и нам очень трудно повлиять на эти процессы. Мы видим, да, что, время, оно само себя проявляет. Тем не менее, нужно помнить о том, что мы как индивидуальные личности, как индивидуальные души, как преданные, где бы мы ни находились, как бы мы ни находились, если мы обратим свой взор во внутренний мир, то мы увидим, что целый огромный мир веры, любви, гармонии говорит нам, мы ждем тебя. И с другой стороны, кажущийся вот этот кошмарный мир, там, где недоверие, войны и насилие, этот мир будет очень маленьким на самом деле. И мы даже увидим, что в какой-то момент этот мир является позитивным антитезисом. Потому что глупо думать, что в тюрьме должна быть прекрасная еда, там гламурная мебель, там LCD-панели, телевидение, и, там, вечеринки с девушками. Да, тогда все преступники, все захотят стать преступниками. Скорее наоборот, в тюрьме должен быть некий дискомфорт. Человек должен ощущать себя в мире материи в какой-то степени дискомфортно. О-о, меня ожидает смерть. Не потому что в какой-то момент в процессе атомной войны погибло какое-то количество людей. Потому что смерть неизбежна. Она индивидуальна. Да, поэтому там факт, что в какой-то катастрофе погибло какое-то количество людей, да, это печально, безусловно, драматично, но это не отменяет тот факт, что каждый из нас с вами смертен. А если мы погибнем не в катастрофе за долю секунды, возможно, нам придется мучиться где-то на одре, в какой-то больнице или еще где-то. И возникает вопрос, сможем ли мы тогда помнить святое имя, сможем ли тогда видеть преданных. В прошлом году у меня был такой хороший момент, когда я был в одних западных преданных гостях. Был тоже Новый год, и все разбежались по домам, по семьям.
Но Джинар Махараш пригласил меня к одному преданному, который находился в госпитале. Ну, из этого госпиталя потом его перевели в хоспис. И мы пришли к этому преданному. Фактически у него, ему, ну, врачи понимали, что ему остается жить несколько дней. Никто не знает, сколько. И это было потрясающее общение, которое в крайней степени меня вдохновило, потому что все праздновали Новый год, а мы пришли к этому преданному, которому оставалось несколько дней жизни, и мы провели с ним прекрасные минуты времени, и мы были счастливы, поражены тем, что он уходит из этого мира в полном осознании ценности и важности своего соприкосновения с духовной жизнью. И он очень был благодарен нам, а мы были крайне благодарны ему. Так вот, чтобы, так сказать, вкратце наше новогоднее обращение было более, ну, так сказать, подытоженным, я бы сказал так. Не следует бояться трудностей. Как говорят викинги, не следует думать, что море когда-то будет ровным. Надо научиться гребсти в любых обстоятельствах. Это первое. Потому что мир становится только сложнее и более запутанным. Второе. Все, что внешне оказывает на нас какое-либо давление, надо рассматривать как некий антитезис, который помогает нам углубиться и исследовать духовно. Третье. Нужно помнить, что несмотря на то, что мы практикуем в обществе вайшнавов преданных, это все равно индивидуальная практика каждого из нас, осознание каждого из нас. И поэтому, ну, как бы не следует думать, что я в команде, и поэтому мне уже думать о Кришне не нужно. Я призываю всех к такой, ну, индивидуальному осознанию, индивидуальной практике. Ну и четвертое, что вы задаете вопрос, Махарадж, ну а что позитивного вы можете сказать? Ну, позитивное только одно. Мы движемся в сторону бессмертия, красоты, гармонии, любви. И мы не просто движемся, плывем в океане каждый сам по себе. Мы на корабле Гурудева. Да, то есть это корабль, который движется достаточно быстро. Может быть, когда ты на корабле, не видно, как движется корабль, но стоит только упасть с корабля, как бы понятно, что он как бы достаточно быстро движется. Вот, и поэтому мои молитвы, оставайтесь все на корабле Гурудева. Да, вот в хорошей песне новогодней про 5 минут, там говорится, что нужно попытаться простить друг друга, если мы каким-то образом плохо друг о друге думали. Нужно попытаться протянуть друг другу руку. Да, вспомнить о всех преданных. И в конце концов, как бы понять, что на самом деле в этом мире есть единственный виноватый, это я сам, как говорит Кришна в Бхагавадгите. Поэтому Гуру Махарадж говорит, окружение наш друг. Если мы сможем увидеть, что вокруг нас друзья, даже если они такими не выглядят на первый взгляд, тогда мы сможем практиковать нашу духовную жизнь. И, как говорил Гурудев, нужно научиться оказывать почтение каждому живому существу, не ожидая почтения к себе. Это очень важный момент. Не ожидать к себе какого-либо почтения. Нам очень часто кажется, что вот нам должны все оказывать почтение, но мы забываем делать это для других. Поэтому помним Шрилу Говинда Махараджа, мы видим, что он абсолютно не ожидал почтения к себе, а он в первую очередь показывал удивительное сердце всем, и это, безусловно, привлекало всех окружающих. Вот, поэтому желаю счастья вам, вашим семьям. Желаю, чтобы мир был в стране, в мире, в доме, в космосе. Желаю, чтобы все вы практиковали углубленно, и при этом, чтобы вы не забывали встречаться и поддерживать друг друга. А чтобы какими бы занятыми с материальной точки зрения вы не были, вы всегда помнили и никогда не забывали о Господе. Ну и, конечно же, в следующем году мы продолжаем наши духовные проекты. Сейчас мы не будем их анонсировать, но их будет много, они будут разные, интересные. Очень хочется увидеть всех вас лично. Я чувствую, что, к сожалению, в силу определенной занятости, я, может быть, не могу лично уделить внимание каждой ятре, каждому преданному, но я знаю, что Гурудев присутствует везде, и он принимает ваше искреннее служение. Я хочу сказать, что наши преданные серьезно растут и прекрасно развиваются, и за это им огромное спасибо. Поэтому оставайтесь с нами, смотрите наши программы, касты, участвуйте в событиях, фестивалях,
ищите служение, не думайте пока, что служение должно искать вас. Вот. И будьте счастливы, и пускай те, кто окружает вас, тоже будут счастливы. Ну, есть такие современные психологи, которые говорят, я желаю добра всем живым существам, но у нас немножко другая идея. Мы знаем, что высшее добро – это имя Господа, трансцендентный звук, поэтому пускай все живые существа по милости Спасителя Шри Чайтанья, они соприкоснутся в той или иной степени с божественными вибрациями Святого Имени, сознанием Кришны. Харе Кришна, мои поклоны. Увижу вас уже в следующем году радостными, счастливыми. И пускай этот Новый год пройдет для вас как тихое, скромное, но прекрасное духовное событие. Харе Кришна.